Пророк Мухаммад, мир ему, сказал: «Иза афлятат даббату ахадикум, если у кого-то из вас потерялось животное, биардин фалятин, в каком-то открытом месте, фаль юнади, пусть взывает, я айбад Аллах, о рабы Аллаха, ихбису». Это значит: «Остановите его», то есть это сбежавшее животное. Этот хадис, хадис это изречение, этот хадис есть в книге крупного ученого сунны, ученого ислама, знатока хадисов имам ан-Навави. Книга называется «Аль-Афкар». Этот хадис там находится под номером 557. И многие другие ученые передали и подтвердили вот эти слова пророка. Даже в книге ученика заблудшего Ибн Таймии, Ибн Кайим, тоже есть этот хадис. В его книге под названием «Аль-Вабилу Сойиб». То есть это я говорю к тому, чтобы последователи Ибн Таймии не смогли увернуться. Это даже у их лидеров тоже есть. И слова пророка в этом хадисе «пусть взывает», «фальюнады» — это от арабского слова «аннида» — «зов», «взывание» на арабском «аннида». Следовательно, воззвать к ангелам, взывать к ангелам — это разрешено, ведь сам пророк сказал «фальюнады», «пусть взывает», «я айбад Аллах», «о рабы Аллаха», «Ихбису», что означает «остановите его». Поэтому пусть вас не удивляет, что вы услышали от меня, что можно воззвать к ангелам. У меня язык не повернется сказать, что это запрещено, если пророк Бога сказал, что это разрешено. Как я могу сказать наоборот? И ученые ислама в своих трудах говорили, что были такие случаи, когда у соблюдающих праведных мусульман убегало животное где-то в открытом месте, например, в поле. И они говорили по сунне вот эти слова, которые переданы от пророка. «Я айбад Аллах, ихбису». И это животное переставало бежать, останавливалось. И, конечно, все это происходило по воле Создателя. Упомяну еще один хадис. Двоюродный брат пророка Мухаммада, мир ему, Абдуллах ибн Аббас, он сообщил, что пророк Мухаммад, мир ему, сказал, что у Аллаха есть на земле ангелы, помимо ангелов-хранителей. Они пишут листья, падающие с деревьев. И если постигла кого-то из вас проблема в открытом безлюдном месте, пророк сказал «Фальюнады, пусть взывает, айбад Аллах, рабы Аллаха». «Аину, помогите!» Это слова пророка. ما أخرجه البزار من حديث عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سياحين في الأرض سوى الحفظة يكتبون ما يسقط من ورق الشجر فإذا أصاب أحدكم عرجة بأرض فلات فلينادي عباد الله أعينوا. قال الحافظ الهيثمي رواه الطبراني ورجاله ثقات. И в заключении этого вопроса ученые Ахль Сунна вальджама сказали, что если мусульманин обращается за помощью к какому-то полезному созданному и при этом не поклоняется ему и твердо верит, что этот созданный без воли Аллаха ничего не может и что этот созданный не дает бытие из небытия, как Аллах дает, то есть этот созданный не создатель, то с таким убеждением можно просить созданного о помощи. Это не запрещено. А в каком случае это запрещено и ширк? В каком случае человек отступает от ислама? Ученые сказали, что если мусульманин просит созданного и думает, что он может помочь без воли Аллаха, тогда это ширк. Или если человек думает, что этот созданный может что-то создать, как Аллах создает,
это тоже ширк, отступление от веры. Имам Муслим передал, а также имам Ан-Навави в своей книге «Рияду Солихин» «Сады праведных», хадис номер 106. Там имам Ан-Навави приводит хадис, который имеет степень сухих, достоверный. В нем говорится, что когда один сподвижник сделал добро пророку Мухаммаду, мир ему, пророк сказал ему «Сальни», это значит «проси меня» или «попроси меня». Можно и так перевести, и так. И этот сподвижник попросил пророка быть вместе с ним в раю. И пророк ничего плохого не сказал ему. Пророк не сказал «ты просишь не Аллаха, а меня, ты ширк делаешь». Пророк так не сказал, потому что это не акида пророка. Пророк прекрасно знал, что если кто-то просит его, это не значит, что он считает его Богом или поклоняется ему.